Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в МТА на сервере This My Life. И в этой серии я хочу попробовать новую рубрику. Это админский патруль. Во-первых, нам надо включить анти-ТП, зайти в панель, скрыть свой ник. Я хочу следить за игроками, может там кто-то будет бахаюзить, читерить. Там, не знаю, что еще может там... обманывать игроков и посмотреть. Онлайн небольшой, конечно, 16 человек, но думаю, стоит попробовать. И думаю, погнали. Давайте первое это Ганста Тёма следить. Так. Они в аэропорту СФ стоят, разговаривают. Так, это он его бьет. Так, давайте еще посмотрим за его поведением. А то он себя неадекватно ведет. Я знаю, ДМ, конечно, не запрещен, хотя... ну, не жесткий ДМ, а обычный. О. Так, он себя неадекватно ведет. Сейчас посмотрим. Если что, его кикнем. Ну, или продолжим дальше. Ладно, идем дальше. Парень в доме. Кирик на Макларене. Так, что он у нас делает? Все ТП, сходка на горе, Челяд. Основатель Кирик и... так. Что они у нас делают? Что же они у нас делают? Так, он садится в тачку. Так, я не буду отвечать на F2. Так, они вроде ничего плохого не делают. Идем дальше. Так. Идем дальше, наверное, все-таки. Так. Он у нас лежит. Непонятно, что делает. Валяется возле Макларена. Ну, ладно. Перезайди. Так. Ну, здесь ничего интересного не происходит. Так, они гоняют на Макларене. Я серию снимаю. Давайте идем дальше. Так, здесь мы видим сходку. Здесь тоже ничего плохого не происходит, в принципе. Они просто стоят. Я занят. Серию снимаю. Меня бесит такая хрень, когда, блин, на серию. Давайте идем дальше. Пацик едет на приоре. Какая-то приора. Либо он такие номера поставил, либо она это автошкола или что-то такое. Нет. Ко мне нельзя или тпхнуться. Так. Что-то он... непонятное делает. Приора, кстати, красивая. Я вчера себе покупал приору. Это стоковые диски. Надо будет тоже приору, наверное, купить.
Можно какую-нибудь иномарку позже. Так, ну погнали дальше, а то он стоит просто. Идем дальше. Денчик. Так. Здесь постоянно творится беспредел. Сейчас онлайн 20 человек. В принципе, это неплохо. Ну, блин, здесь что-то тоже ничего интересного нету. Идем дальше. Так, FBI. Он просто стоит. Ну, там пизделка, ну. Где это забияка? Я только что увидел. Вот этот всех бьет. Как его ник? Гамма. Ну, кикнем его. ДМ помеха. Так, давайте просто его кикнем за ДМ и все. Идем дальше. Парень в автосалоне. Кирик, так, на сходке. Макларен. Так. Так, идем дальше. Так, так. ГТР-денчик. Стэн. Шет. Такс. Идем дальше. Так, Маха. Это админ. Так, Йоникс. Вадим. Ленни. Грузится. Так, Ганста. Ну, в принципе, ничего интересного нету. Так, в принципе, уже ничего такого не происходит. Интересного. Давайте еще раз посмотрим. Какие-то гонки, сходки на челяде. Ленни грузится. Это я только что был, по-моему. Ну да, больше ничего интересного нету. Будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите в комментариях, продолжать такую рубрику или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Всем пока!